Всем привет! Сегодня у нас рубрика «Отходы в доходы». Это черешня, которая была залита для наливки. Значит, наливочка у нас настоялась 2 месяца. Слил я ее, и у нас осталась черешня. И вот из этой черешни, без косточек, я решил сварить варенье. Засыпаем сахаром. Тут килограмм черешни, засыпаем килограммом сахара. И ставим на медленный огонь. Слегка перемешиваем, чтобы сахар у нас вниз опустился. И на самом медленном огне оставляем ее томиться. Сейчас у нас выйдет остаточный сок со спиртом. Потом будем кипятить. Через 15 минут у нас сахар растопился. И вот получилась вот такая вот масса с черешней. Сейчас мы доведем до кипения. Покипятим приблизительно минут 20-25, отключим и разольем по банкам, и будет у нас черешневое варенье. Сюда же мы добавляем ванильный сахар с натуральной ванилью. И палочку корицы маленькую, в данном случае половинку, потому что тут всего килограмм черешни. И доводим до кипения. Так, закипело наше варенье. Ну, для тех, кто любит с ароматом спирта, можно 5 минут покипятить. Останется привкус спирта, дистиллята. Ну, а для тех, кто не любит такой привкус, советую кипятить минут 15-20. Спирт улетучивается и остается черешня. Потом все это по банкам и оставляем до зимы. Можем и сразу есть, в принципе. Кто как хочет.